Слава Господу! Співали, услід за Христом я піду. То важно. І благословенно і спасенно. І ти слідом за Христа, за Христом, і батьки йдуть, і діток ведуть. І благословення почуває на таких сім'ях. Сьогодні молитва за новорожденних дітей. Я вам нового не скажу, а то, що часто браття говорять, читають, і я ще раз повторю те саме. І будемо молитися, особливо батьки, які виносять принцип дітей своїх, і ті, які вже мають дітей, і ті, які мають непослушних дітей. Силен Бог, спасаючий Бог, слава Йому! Читаю за награду. 126 псалом і начало 127. Якщо Господь не созіжжє дома, напрасно трудяться строющі. Якщо Господь не охороняє города, напрасно будуть страж. Напрасно ви рано встаєте, поздно просіжуєте, їдьте хліб печалі, тоді як возлюбленому своєму дає сон. От наслєддя від Господа, діти, награда від Його плачева, що стріли в руки сильного, то синов'я молодіє. Блажен чоловік, який наповнив ім'я колчан свій, не остануться вони в суді, коли будуть говорити з врагами в воротах. І начало следующего псалма. Блажен всякий боящийся Господа. Я знав боящихся людей, які в православі знаходились. А вони боялись Господа. І що не було такої реалізації великої. Вони боялись Господа, рождали дітей і хотіли благословення їх. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Його. Ти будеш єсть от трудов рук твоїх. Блажен ти, благо тобі. Жена твоя, як плодовита лоза в домі твоєму, синовя твої, як маслічні ветви вокруг трапези твоєї, так благословиться чоловік, боящийся Господа. І можемо ще напоминати Псалом 143 і 12 стих, де будуть синовя наші, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно избавлены столпы в чертогах наших. Слава нашему Господу! И мы обратимся к самому началу, к истокам, когда Бог сотворил все и человека, и как Он благословляет семя наши. Читаем 1 глава Бытие, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ее владычеством над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И после того, когда народ сильно стал грешить, падать, и Бог наказал потопом, и после потопа Бог благословляет почти так само. 9 глава Бытие с первых стихов. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйтесь землю, и дострашатся, и дотрепешут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все движущиеся по земле, и все рыбы морские в ваши руки отданы мне». Так само благословил. Сотворил мужчину и женщину. И ничего не сказано. Но народ сильно грешил, мы знаем, во время Ноя. И во время Лота. Всякая плоть извратила путь свой. И Бог наказал сильно. Дорогие друзья, мы можем еще и еще повторять. Местописаний. Вот
Обратимся снова в Бытие, когда Иаков с семьёю шествует, значит, как бы на свою родину. И вот встреча с Исавом. Сильно боялся он той встречи, бо раньше он похвалялся убить его. И видим, как Бог переменяет сердца людей. И, наверное, смягчилось сердце его Исава, когда увидел детей. И спрашивает он брата своего: «Кто это у тебя?» А он отвечает: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». Вот ответ верный, верного человека. Вот дети, которых даровал нам Бог. Мне Бог. Я думаю, и те, которые выходят, будут выходить сюда с детками, тоже верят, им Бог даровал. Могут насмехаться, могут порицать многодетных семьи, но твердо мы верим, нам Бог даровал детей и большое наследие. И вот поэтому, вы смотрите, перед кончиной своей Иаков благословляет сыновей их, своих, как он Иосифа благословляет, вот, который верным оказался, пример для молодежи. Не упал он там, в рабстве, когда наступала на женщина негода. Не упал он нигде, никуда, нигде. И куда уже братья подошли, просили. Вот, вот отец умирал, ты, чтобы не отомстил им. Заплакал: «Не бойтесь, я боюсь Бога». И вот как чудо благословляет. И называет Иосифа: «Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви ее простираются над стеною и за стеною». Вот благословенный был Иосиф. Там чудо, благословения, и гор древних, и голом вечных, да бувчет на благословение, на темени избранного среди братьев. Бог благословил Иосифа. Он потом достиг власти у египтян, и как он благословлял потом. Дорогие друзья, обратимся в Новый Завет. Я еще напомню, дети как бы располагают сердце даже врагов. Рассказывать, братья, рассказывали однажды, это же во время Первой мировой войны идет сражение, и почему-то дитя вышло на поле боя. Умолкло все. Перестали стрелять. Дитя вышло. Но во время гнева Божия, который Бог попускает, вот, рубали беременных женщин и детей били о камни. Это было день гнева Божьего. Поэтому в страхе мы не входим пред Господом и разуметь, детей нам дал Бог, слава Ему. Вот, читая место часто, то я прочитаю трех евангелистов о детях, сказано Тимофеем, Марка и Луки. И мы читаем 10 стих, 13 глава, по 16 можно читать. Там возбраняли ученики не допускать детей. Тут идет проповедь, тут есть благословенное собрание, а тут дети мешают. А он говорит: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Приходят дети, это в подростке может быть уже. А там мы читаем: «И приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли. Он отвечал: Господь, пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божье». И когда спор был между учениками, они: «А кто больше в Царстве Божьем?» Он поставил дитя
если не молитесь так, как Исаия, то и не войдете в Царство Божие. Поэтому, дорогие братья и сестры, в настоящее время, тяжелое время, опасное время, мы живем в эпоху, о которой предсказывал Господь, вот, что дети, и апостол Павел потом, что дети будут непокорны своим родителям. И этот дух зла распространился не только на мир этот, на народ Божий. И многие плачут и стонут, отцы-матери, за детей непослушных. Да поможет нам Господь в настоящее время, и Он силен помочь нам, чтобы дети возвратились к семьям своим, те, которые попадали духовно, которые мертвы для Бога. Да поможет нам в этом Господь. И в данный час да будет слава имени Господнему за все блага, за все милости и святая ограда над детьми нашими и новорожденными нашими. Аминь.